Сказали, умер от тубика. Ну, бывает. Камера. Кремировать этот каких-то, не знаю, 100 фунтов платить за то, что, что можно закопать. Надо было сказать, давайте я кремирую. Сам в заднем дворе закопал, да и все. Они знают меня, я там, я же стопий человек. За 100 фунтов, я вам за 50 кремирую. Так, это у нас тема такая себе. Петушка, я надеюсь. Тут пистолет. А я тут два ящика рядом со мной. У меня пока ничего. А, нет, нашел. Блядь. О, любимка. С нами кто был? Двое. Там двое в доме. У меня тут ППшка, если доберешься ко мне. Не, все нормально. Я уже с любимкой. Так, один к тебе попрыгал. Да, вижу. Блять. Двое. Один лоу. Тихо. Вон в углу. Голый, без брони вижу. 6 патронов. Один с броней. О, минус один. Минус второй. Патрон закончился. Отряд, да? Да, тоже закончился. Да. А, морковка. А чё, он не стрелял? Он стрельнул по мне. Бля, там ящик. Так, давай. О, к нам идут. Отлично. Патронов нет. Так, надо уходить. А, вот нашел патрон. Пошли, отходим. Тут валяются. О, нашел патроны. На, мои домики посмотрите, я ж ничего не смотрел. Там есть кто-то. Где-то есть. Так. Мне не надо, у меня 40. Зона, бери. Зона. Еще ППшка. Броня нужна? О, еще к твоей морковке бери патроны. На льду. Сейчас у меня уже 70 на. Да, сейчас иду. Зараза. Вижу. Патрон забери. Ты на льду? Да. Скрысился. Знаю, он в дома пошел. Где тут на льду, бля, патроны? На льду. О, вижу его. Я покажу тебе. Вот там на льду. Около будочки получается. Дай, нахер, легче с юспи. Я пойду помогать тебе. Их двое. У меня голод. Красава. Еще по мне кто-то хуячит. По мне кто-то хуячит. Я понимаю, издалека. Издалека, скорее всего, да, оттуда. Ты полутал их? Нет, по мне наш... хуячили. А, вот, у короче... меня два шприца. Иди. Вот тут валяется. Вот. Вот тут метку поставил, видел? Полута, денежек собери там, где второго убил. Надо найти того, кто... О, блядь. Я думал там. Не на башне? Да, спустился с башни. Ах, он крыса. Еще сзади есть. Так, давай уйдем отсюда, короче. Да, пошли отсюда, где-то есть. Я назад, к своим домам возвращаюсь. Фух. Потно уже с самого начала. Так, патроны ты забрал? Я думаю, да? Они пролутали. Не, я не дошел так и до них. Ну что ты? Да ну. Ух ты, бочка. Еще сегодня посмотрел, что надо делать, если берешь муху. И что надо делать? Надо было мне скинуть посмотреть. Патроны сбрасывать. Выстреливать все остальные на втором оружии.
Почему? Чтобы если кто-то подбирает, чтобы он ничего не мог сделать. На втором это на пистолете ты имеешь в виду или чего? Ну нет, нет, вот ты берешь, покупаешь муху, у тебя MP7. А. Ну вот расстреливаешь все. У тебя близко. Твой квадрат зашли, походу. С какой стороны? С левой. Вон и там. С правой. С правой были у меня. Щит не надо. Ну надо, но далековато пока. Потом. Один спустился. Да, да, он голый, надо было забрать бы. Че, пошли забирать? Бери. А че, че ты? А, щит, спасибо. Там их двое. В дом зашел к турке. Он голый. Он сейчас выбегает. Вон побежал. Ко мне! Че турелька, блять. О, у нас дроп. Да, хорошо. Так, полутай вот этого. Деньги заберу. Турку оставь патроны. Это турель, я даже не вижу ее. Там будут. Вот турелька. Надо бы ее уничтожить. Вот я тебе пометку поставлю, где эта турелька. Ага. Была. Съебни ее. Я ебнул ее. А. Надо спрятаться. Ой, по мне стреляют. В городе. С города. Так далеко он, собственно, M4. Блядь. Блядь, у меня полный M5. Ну, полный. У нас близко, кстати. Вот там двое. Где турель эта гребаная? Вот. Я ее убил. Вот тут патрон должен быть. За тебя. Еще левее. Вот тут где-то. Ты куда побежал? Вон она. Нет. Вот тут ты полутал турельку? Внизу были патроны, я же ее снизу. А, она упала. Патроны и текстуры провалились, понятно. Понятно, короче. Блин, меня так снимут, конечно, если тут тусить буду. Снимай, слезай. Нет, снимут, я имею в виду. Может, ССГ сразу забрать? Или не закажешь пока? Так, 6 врагов осталось только. Просто и как... у тебя там с правой стороны есть. Ага, безопасные. Понятно, посередине будет безопасно, значит. Давай, закажу ССГ. Спускается. У меня. Улетело. Один тут спустился где-то. Я брал ССГ, я не заметил. Одного. Один где-то здесь. Сука. Уходи, это плохая зона. Вон, они там в дому. В доме. За дом ушел. Вот тут дроны ионные. Его зона сейчас будет щемить. В городе есть кто-то тоже.
А ты долго там тусоваться будешь? Я сверкаю, нет? Нет, пока. Не, хорошо. Он там вооружается. У меня в тумане много. А ты сверкаешь, кстати. Если что. Тут кто-то есть. Спрячься в доме-то в этом. Ауп. Ауп, о, плохо. Но аук он кривой. Его сняли там. Или в городе аук. А, я в зоне. Это ты? Да. Не пугай. Надеюсь, повезет. Опа, его. Тут за камнем. А, я упал, блядь. Блядь. Камнем был. Да я в курсе. Я лошара дернулся. Сейчас побежит. Ё-моё, блядский камень. Или убили его? Не-не-не. Убили? Убили его. Вот там куда кинул? Ага. Короче, это пиздец. Полнейший трэш. Я не остался. Как дурак упал? Ну чё за дебилизм, а? Нахер я дернулся? Ну, давай, тащи. Бывает, не фартит. А, отлично. На изи. Ну блин, я как лошара запрыгнул на дерево, сижу на дереве на этом и дернулся вперед и упал. Я мог спокойно их поснимать. Я видел, что он убил этого, который за камень зашел. Но я не видел этого. Да, иногда неприятности случаются. А, он тебя не видел уже. Лайк, дизлайк, подписка, ребят. А я вылезать хотел! Не надо было. Удачи.